Победа над змеем – не единственный подвиг святого. Житие свидетельствует о доблести, уме и храбрости великомученика. Все эти добродетели Георгий успел продемонстрировать на службе у императора Диоклетиана до того, как тот вошел в историю как жестокий гонитель христиан. Как только римский император принял решение возродить отмирающее язычество, истребляя при этом последователей Христа, Георгий раздал свое имущество нуждающимся и публично объявил себя верующим христианином. Император-язычник попытался убедить воина отказаться от своих убеждений, но потерпел неудачу. Так Георгий был заключен в темницу, а после подвергнут жестоким истязаниям. Одно из них – колесование. В память об этом событии в Грузии 10 ноября был установлен особый день почитания святого. Стоит также отметить, что святой Георгий считается небесным покровителем грузинской земли. Неудивительно, что одно из названий Грузии, которое сегодня имеется во многих языках – Джорджия или Георгия. Почитание великомученика здесь было установлено святой равноапостольной Ниной. Согласно грузинскому преданию, она была двоюродной сестрой Георгия Победоносца. Здесь имя Георгий считается символом мужества, достоинства и смелости. Ведь благодаря этим качествам и непоколебимой вере святой смог перенести все испытания, которые ему были уготованы. Смирение и выдержка Георгия во время пыток еще больше разгневали Диоклетиана. Император-язычник приказал обезглавить великомученика. Так Георгий Победоносец отошел ко Христу в 303 году в Никомедии, войдя в историю как покровитель воинов. О, здорово! Здорово! Как жизнь? А зачем вот все россияне этот вопрос задают? Вот непонятный для меня вопрос, зачем задают? Ну а почему? Ну как жизнь? Это же жизнь, надо спросить, как жизнь. Ну вот вы человека не знаете, первый раз видите и его жизнь спрашиваете. А если я скажу, у меня плохо, вы мне поможете? Будете за меня упрягаться? Ну, а чем тебе поможет, ты обратись, я тебе помогу. Не, я к россиянину вообще не обращусь за помощью, потому что это враг, да, россиянин для меня. Но просто мне вот этот лукавый вопрос всегда удивляет. Говорит, как у вас жизнь, при этом не зная моего... Это враг россиянин. Враг? Почему враг россиянин? Враг россиянин почему? Может, мне тоже Россия враг? Мне может тоже Россия враг? Вот скажи, ну, а почему? Почему ты не разбираешься со своим врагом, если Россия твой враг? Ты живешь в этой стране. Ну вот скажи мне, вот может, я тоже Россию ненавижу, может, тоже? Не, я понимаю тебе соболезнования, ты что свою родину ненавидишь, но... При этом ты ничего там не меняешь. Ну, потому что она ебанутая, эта родина Россия, потому что этот Путин дебил ебаный. А что тогда так? Это что, против? А что тогда так, как крепостнее там живете? Поменяйте что-нибудь. А? А потому что негде жить нахуй. Здесь выживают все как могут. Не, я понимаю, но почему как крепостнее себя ведете? Выйдите на улицу и поменяйте свою власть к лучшему. Что так терпишь? Да как выйти? Да выйти, я же один не могу выйти нахуй, поменять ее. Не, я понимаю, значит, это получается, что твой народ это рабство настроенный крепостнее, да, то есть? Ну, может быть, я не знаю. А как это получается? 147 миллионов наций не могут поменять одного Путина, да, не могут поменять? Ну, не могут, а как они его могут? Если бы он власть. Я понимаю, у нас тоже власть, но мы же меняем своих президентов. Вот Саакашвили поменяли насильно, он не хотел уходить, но мы его прогнали, там, меняем своих президентов. А вот боятся. В Украине поменяли, понимаете? У нас же, видишь, как тебе объяснить, у нас блатные, мафия, вот это все, вот это. Вот они же рулят этим всем. Я сейчас понял, то сейчас трусливые русские себя оправдывают тем, что они боятся, да, я как правильно понял? Вы боитесь? Ну я не боюсь, мне похуй. Да, не, ну я не трус, но я боюсь, у тебя сейчас получается. Я не про тебя говорю только, я говорю про твой народ. Я должен понять, что кроме тебя там смелых русских нету и храбрых русских там нету. Нету, значит, вы получаете... Почему нету? Нас много. Почему есть? Я тебе имею в виду то, что вот видишь, как тебе объяснить-то. То, что они вот взяли власть... свою вот эту нахуй ебучую вот эту
что единая Россия, это ебать. Ну, смотрите, я вам соболезную еще раз, что вы там как крепостные, но вы для меня остаетесь врагами, потому что пока вы там терпите своего Путина и позволяете этому Путину убивать соседние народы, Украина, Молдова, Грузия, вы остаетесь врагами, а кто вас братьям назвать? Я никогда раба и трусливого терпилу и этого крепостного братом не назову. У нас на Кавказе братьями называют только храбрых и достойных людей. Трусливых людей. Так давай я приеду туда и нахуй, и похуй мне. А что, мусульманство можно принять, нет? Не знаю, в Грузии тоже есть мусульманин, мы вообще-то христиано-православное государство с 4 века. Вот у вас как там, я не знаю. Вы христиано-православные? Конечно. А кто такой святой Георгий, а ну скажите мне. У нас Владимир, который нас крестил. Кто такой святой Георгий? Не, я понял, но кто такой в православном мире, кто такой святой Георгий? Он очень главный святой. Я не знаю, это вот сестра говорила. Не, я вот тебя тогда спрошу, приди за сестру, она не знает, ты видишь православные. Кто такой святой Георгий, объясните мне. Ты мне, почему ты мне объясняешь, ты ей объясни, не мне. Ну, спроси ты, я не могу твою сестру спрашивать перед тобой, ты же мужчина сидишь. У нас она ушла, он, видишь, сразу ушла. А, ушла, то есть вы христиане не сейчас православные. Сейчас она скажет, сейчас вернется, скажет, погоди, ты не ругайся, пожалуйста. Прочитай там где-то, да, прочитай, в гугле напишет, да. Не знаю, она вот там общается с кем. У вас это святой Георгий даже на гербе. У вас она высечена. Когда у вас этот орел двухголовый, мутант, вообще-то у орла одна голова, не два головы. У него там щиты, этот, щит, и на щите там святой Георгий. И вы не знаете, кто такой святой Георгий, почему он у вас на щите? Вот это ваше христиано-православие? Вот она, спрашивает. Что такое? Нет, я лучше поговорю с мужчиной. Он тебя спрашивает, что такое святой Георгий? А, Георгий, так, ну это вообще-то, так, Георгий Победоносец. И этот, нет, лицо свое покажите, мужчина, я не хочу, слушайте, вы сестры потом спрашиваете, и какую он войну выиграл, Победоносец Георгий? Советскую войну. Советскую войну выиграл, хорошо. Победитель Советской войны. Хорошо, я понял. Я пропущу вот эти, до этого, что был разговор про рабство, про терпило, все такое, что там крепостной, конец самый такой жгучий. Оказывается, в христиано-православном мире в России святой Георгий – это победоносец, который победил советскую власть. Потом он стал святым всех христиан. Мне не смешно. Мне плакать хочется, что вот такой... У меня одичалое государство рядом с таким одичалым народом. В христиано-православном мире святой Георгий оказывается победоносец, и потому он святой, что он победил советскую власть.